Всем привет! Я в магазине группы «Светофор», а магазин «Маяк». Город Орск, остановка Тбилисская. Давайте посмотрим ассортимент и новинки. Привезли нам искусственные растения в горшке 12 на 12 сантиметров. Горшочек пластиковый. Смотрите, целый ящик. 139,90. А также привезли семена. Так, это у нас редька маргеланская, дайкон, репа, зимняя круглая черная, петровская, разная. Затем огурчики, журавленок, изящный, засолочный, кустовой, парижский корнишон. Так, перчик, санька, ляна, джина, калифорнийское чудо, купец. А, здесь и томаты, и перец. Томаты ляна, санька, джина. А перец купец и калифорнийское чудо. Может быть, вы сами будете читать свекла. Я так думаю, видно, да? Так, что здесь еще есть? Шпинат, лук, батон, укроп. А также цветы. Смесь окрасок. Космея. Ой, как я люблю космею. Молочай, снежная вершина. Вот один раз посадила я. В фикс-прайсе брала. Там какой-то газон, что ли. И теперь вот эта снежная вершина у меня сам растет. Самосевом. Красота. Я его потом пересаживаю куда надо и все. Отличный прям. Так, настурция полустелющаяся. Лаватера. Космея, василек. Ну все, больше никаких, что ли? По крайней мере, я больше никаких и не нашла. Так, сколько стоят они? 21,90 набор семян. 5 штук в наборе. Зеленое мыло, средство защиты садовых растений, 2 в одном. Зеленое мыло и экстракт пихты. 1 литр 119,90. Есть и геотекстиль, есть там и грунт. Только нет ценников. Хотела все показать, ценников нет. И какой смысл показывать. Такие опоры. Подставка под кусты. Малые. А вот они, подставки. И еще есть колышки. Колышки 1 метр 10 миллиметров диаметр. 1 метр высота. Не на это нет ценника, но, наверное, попозже, может быть, поставят. Только привезли. Вот на это я уже смотрю. Я в прошлом году еще и такие большие покупала. Такие тоже надо купить под кусты смородины и крыжовника. А те большие у меня под пионы. Перчатки. Универсальные, цветные, 5 пар, 174,90. Вот, видите, в светофоре все то же самое. Кто сомневается, что это светофор? Биогумус. Биогумус концентрат. Универсальное органическое удобрение для сада, для садово-огородных культур. 74,90. А еще есть жидкое удобрение. Конский навоз. Экстракт. 3 литра 144,90. Корневин, стимулятор корнеобразования. Вот марганцовка, калий. Марганцевая кислота 44,9, 50 грамм. Борная кислота. Вот. Есть янтарная кислота, а здесь борная. Вот янтарная кислота, мне кажется, сейчас, вот когда сажать семена, вот тогда нужно. Вот тут марганцовка. 63,90. Просто навалены эти ценники. И не поймешь, где какие. Так, это что такое? Биоактиватор для компоста. 85,90. Корневин так я и не нашла. А вот корневин лама. 79,90. Садовые тележки 2,499, бочки с ручками
не знаю, усиленный, нет. Крышка с клипсами. 1099. Если честно, я отсюда не вижу литраж. Побольше и поменьше. Надела очки. Ценники на 60 литров. Герметичные, с широким горлом. Но одна поменьше, одна побольше. Ценники одинаковые. Что, неужели это тоже маленькая 60 литров? Непонятно. Есть и зола древесная, гранулированная. 1 килограмм 83,90. И геотекстиль черный. С УФ-стабилизатором. И размер какой. Вот нашла геотекстиль белый 30 микрон. 3,2 на 10 метров. 259,90. И на черный тоже нашла 60 микрон. 1,6 метров. На 10 метров. 259,90 также. Так, и грунт я тоже нашла. 50 литров. Лама Торф 147,90. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь. Всем пока-пока.